Всем доброе утро. У нас за окном сегодня солнечно, скоро весна, а не за горами и лето. И вот сегодня я предлагаю вашему вниманию попробовать сделать какой-нибудь летний яркий рисунок. Лето — это всегда солнышко, это всегда яркие краски, поэтому для нашего сегодняшнего маникюра мы будем использовать вот такой вот желтенький, такой вот ярко-розовый цвет лака. Итак, для начала берем желтый. Прокрашиваем наш ноготочек. Делаем так, чтобы слой был жидкий. После берем розовый и рисуем две полосочки. Далее нам понадобится иголочка. Так вот, тоненько. Вводим ей из одной стороны в другую. Можно делать более широкий узорчик. Можно ставить иголочку ближе, узорчик будет узенький, будет смотреться совершенно по-другому. Честно говоря, уже вот так вот сам по себе рисунок выглядит довольно интересно. Но я предлагаю вам еще взять иголочку и провести ею сверху вниз. Такой вот узорчик у нас получается. Всем доброе утро. У нас за окном сегодня солнечно, скоро весна, а не за горами и лето. И вот сегодня я предлагаю вашему вниманию попробовать сделать какой-нибудь летний яркий рисунок. Лето — это всегда солнышко, это всегда яркие краски, поэтому для нашего сегодняшнего маникюра мы будем использовать вот такой вот желтенький, такой вот ярко-розовый цвет лака. Итак, для начала берем желтый. Прокрашиваем наш ноготочек. Делаем так, чтобы слой был жидкий. После берем розовый и рисуем две полосочки. Далее нам понадобится иголочка. Так вот, тоненько. Вводим ей из одной стороны в другую. Можно делать более широкий узорчик. Можно ставить иголочку ближе, узорчик будет узенький, будет смотреться совершенно по-другому. Честно говоря, уже вот так вот сам по себе рисунок выглядит довольно интересно. Но я предлагаю вам еще взять иголочку и провести ею сверху вниз. Такой вот узорчик у нас получается.